Девочки, всем привет! Сегодня в этом видео хочу показать свои недавние приобретения, в том числе новинки из каталога Faberlic, но начать я хочу немного с другого. Совсем недавно я узнала о японской зубной щетке, прочитала о ней много положительных отзывов и решила ее протестировать. Щетка моя выглядит вот так, корпус сделан из такого нежно-розового пластика, и, кстати, моя щетка шла в таком вот розовом футляре. Футляр выполнен из прочного пластика, эту щетку будет очень удобно брать, например, в поездке. Итак, что же это за такая щетка? Скажу сразу, что это необычная щетка, не такая, как продается в магазине. Это японская электрическая ионная звуковая щетка Хапика. Она вибрирующая. Я думаю, что вы могли видеть на прилавках в магазинах щетки с вибрацией. Так вот, я так понимаю, эти щетки просто с вибрацией, а это именно вот ионовая звуковая щетка. Эта щетка совершает 7000 движений в минуту, и хочу сказать, что вибрация довольно-таки сильная. Когда я ее первый раз подержала в руке, мне даже рука потом немного вибрировала, но со временем потом привыкаешь. Значит, эта щетка не просто вибрирующая, она еще необычна тем, что ею можно чистить зубы без пасты. Вы это вообще представляете себе? Я, честно говоря, как-то мало это представляла, но все же решила попробовать. Значит, когда вы чистите зубы этой щеткой, а во рту создается такая небольшая пена, как будто вы добавили совсем чуть-чуть пасты. Значит, можете почитать на сайте, там как-то вот описано все это терминами, но я скажу так, что это зубная, вот эта вот белая пена, это, можно сказать, ваша природная зубная паста. Вот. В общем, ее можно чистить зубы как с пастой, так и без. Но если с пастой, если все-таки вы привыкли чистить с пастой, вот как я, например, можно добавить даже не горошинку, а совсем-совсем чуть-чуть. Что очень необычно в этой щетке? Как я узнала на сайте такую интересную информацию, даже выписала ее вам, чтобы зачитать. Значит, эти щетинки сделаны из природной керамики, и при чистке вырабатывают отрицательно заряженные ионы, которые помогают не только удалить зубной налет, какие-то там пигментные пятна, но также удаляют и неприятный запах изо рта. И, кстати, щетинки у этой щетки, в отличие от других щеток, которые продаются в магазине от обычных, они как бы, ну если правильно поняла, обладают антибактериальным эффектом, они отталкивают от себя микробы, и после того, как почистите зубы, на этой щетке практически вообще не остается микроб. И еще пару слов о щетинках. Если попробовать вот так вот пальчиком на ощупь, кажется, что они средней жесткости. Обычно у меня от таких щеток травмируются десна, создается дискомфорт во время чистки зубов и после, но эти щетинки, они закругленные, они мягкие, вот даже если так пощупать, они абсолютно не острые, и за счет этого мои десна, даже несмотря на то, что она очень сильно вибрирует, десна она не травмирует. Девочки, теперь давайте перейдем к заказу по каталогу Faberlic, я вам покажу новинки, которые выбрала. И первое, это такой вот ремень. Скажу честно, что ремня вот именно в черном цвете у меня не было. Ну, в принципе, он был, но очень давно. В основном какие-то яркие ремни. Но у меня сейчас возникла необходимость именно в черном ремне. Чтобы носить, у меня есть такие раскрашенные платья, и мне нужно как-то вот их на талии чем-то подвязывать, чтобы это все выглядело, ну, более как-то красиво. И поэтому я увидела в каталоге такой ремень. Смотрите, он двусторонний. Одна сторона золотая, вторая черная. Значит, черный это такой, в принципе, универсальный цвет. А тут есть такие стразы. Хочу сказать, что стразы действительно классные, сделаны качественно. Каждая вот стразинка, покажу вам поближе, прочно. Вот я ее даже как-то выдергаю, пытаюсь выговорить, но вот она прочно сидит в своем гнездышке, никуда не выпадет, это точно. И качество самих страз мне нравится. Они зеркальные, они очень красиво блестят. Дальше, если надевать, допустим, ремень этой стороной, то тут есть такая вот золотая пряжечка, и внутри такие стразики, три стразика поменьше. Дальше, давайте перейдем к золотой стороне. Я вообще еще прошлым летом хотела купить золотой какой-то ремень, опять же, чтобы сочетать его с платьями каких-то летних таких нежных расцветок. И вот теперь у меня будет тоненький золотой ремень. На этой стороне стразов нет, тут есть просто такие вот золотистые заклепки. Но мне кажется, это даже к лучшему, потому что если бы эта золотая сторона была со стразами, это был бы уже просто перебор. Если вы решите надеть ремешок золотой стороной, то тут уже такой пряжечки не будет. Ну, то есть все выглядит, это будет, так сейчас, в общем, все это будет выглядеть вот таким вот образом. В принципе, тоже довольно-таки нормально. Что значит качество? Хочу сказать, что этот ремень толстый.
Его ширина, наверное, где-то 4-5 миллиметров. На стыках, вот самое главное, он не облазит. Бывают ремни, которые вот как-то портятся на стыках, с них лезет резина. Нет, этот ремень не облазит. Даже если его так вот гнуть, кожа как бы особо эта искусственная не натягивается. В общем, думаю, что служить он мне будет долго. В общем, ремешком я осталась довольна. Девчонки, следующее мое приобретение, это новинка в каталоге, такая вот объемная тушь по максимуму. Хочу сказать, что, наверное, эта тушь станет моей самой любимой из каталога Faberlic. Совсем недавно я вам показывала такую розовую тушь, то есть не розовую, а черную тушь в розовом футляре. Она на то время являлась моей любимой, но все-таки эта тушь, наверное, мне нравится больше. Значит, что же в ней такого необычного и классного? Итак, значит, у нее такая вот кисточка силиконовая с короткими силиконовыми маленькими щетинками. Эта тушь очень хорошо прокрашивает ресницы, и уже даже с первого раза она создает эффект накладных ресниц. Я вот, кстати, сейчас у меня на глазах, не знаю, вам видно или нет, как посмотреть, чтобы вам было видно, но скажу, что я ее нанесла в два раза, и она вот действительно создает эффект накладных ресниц, очень классный, она не осыпается, не появляются какие-то комочки во время прокрашивания на ресничках, второй слой очень хорошо наслаивается, застывает она довольно-таки быстро, вот как бы схватывается, мне, конечно, кажется, что третий слой, но третий слой, наверное, это уже будет лишний, да. И еще хочу сказать, что эта тушь мне нравится тем, что она очень легко стирается мицеллярной водой. Ну вот как-то не размазывается. Некоторая тушь бывает очень долго. Вот трешь. А это ну просто идеально и быстро стирает. И следующее мое приобретение из каталога Faberlic, это два таких вот лака. У меня уже есть несколько оттенков. Эта серия мне нравится тем, что лаки очень быстро застывают. Вот когда я наношу первый слой, проходит ну, буквально минуты 3-4, можно сразу наносить второй. Застывают они очень быстро, и это классно. Значит, я заказала такой вот оттенок, так как он называется, мятный леденец и такой вот темные изумрудные холмы. Это, конечно, такой вот оттенок, мне кажется, он больше подойдет на осень, но мне почему-то захотелось заказать его именно сейчас. Такой насыщенный зеленый изумрудный цвет, очень классный. А вот этот вот мятный леденец мне очень понравился, скажу честно, когда я его заказывала, я не знала, что ожидать, потому что у меня уже есть много мятных оттенков, и они какие-то вот не такие, думаю, кто гоняется за мятными оттенками, тот меня поймет, у меня есть какие-то грязные мятные оттенки, либо слишком светлые, либо вообще, которые отдают в голубой, а это вот именно настоящий истинный мятный оттенок, мне очень понравился, он, кстати, сейчас у меня на ноготках. Что касательно стойкости, стойкость, в принципе, самая обычная, ничего тут супер такого пупер необычного нет. Держатся эти лаки 3 дня, ну да, где-то 3 дня точно держатся, вот на 4-й день уже начинают появляться сколы на ноготках, вот. Можно, конечно, подкрашивать, так они продержатся немного дольше. Следующее мое приобретение, это новинка, такой вот блеск под названием «Зеркальный объем». Оттенок у меня называется «Ягодный щербет», артикул 41031. Когда я заказывала этот блеск, я думала, что он будет насыщенного ягодного такого красного цвета. На самом деле этот блеск, можно сказать, на губах дает всего лишь прозрачный оттенок. Значит, у него обычная кисточка, вот такая вот самая обычная. Аромат приятный, пахнет такой фруктовой жвачкой. Когда я наношу этот блеск на руку, то оттенок кажется таким вот плотным, розовым, похож на оттенок Барби. Но когда я наношу этот блеск на губы, ну это понятное дело, что губы имеют пигмент ярче, и поэтому этот цвет становится более приглушенным. На губах он выглядит как вот просто обычный такой светло-розовый блеск. В нем присутствует такой мелкий-мелкий золотистый шиммер, крупных блесток тут нет. И на губах этот блеск, в принципе, не липкий, не создает какого-то такого неприятного эффекта, и он, к тому же, не растекается. И последние два средства, которые я вам покажу в этом видео, это такой вот мужской шампунь. Это новая серия, подходит для всех типов волос. Пока что из этой серии я решила попробовать только шампунь. Аромат мне понравился, очень такой приятный, мужской, с какими-то травянисто-сладкими нотками, и плюс чувствуется
еще нотки ментола. Пока что я приобрела только шампунь, дальше, может быть, возьму что-то еще. И еще вам покажу такое средство для чистки духовок и плит. Оно очень классное. Я беру второй флакон. Первого флакона мне хватило на очень долго, не помню на сколько, но год он у меня точно простоял. Хочу сказать, что это средство экономное. А тут пол-литра, 500 мл. А его достаточно нужно немного нанести. Ну как я вообще делаю? Я чищу варочную поверхность. Я сначала ее смочу водой и совсем немного распределяю этого средства, оставляю где-то на минут 10-15 и все потом убираю губкой. Девчонки, средство очень классное. Это самое лучшее средство, которое я только видела. Оно работает просто идеально. Оно очищает все загрязнения. Только советую вам, конечно, купить помпу. Потому что тут дозатора нет, тут вот такое вот огромное горлышко, это неудобно, а в каталоге Фаберлик она вообще стоит копейки. И еще хочу сказать, будьте осторожны, это средство просто мигом разъедает руки, работает только в перчатках и еще раз в перчатках. Девчонки, в общем, это был весь мой заказ по каталогу Фаберлик. Напишите в комментариях, что вы заказали новое, что вам понравилось. А что наоборот разочаровало, мне будет очень интересно с вами пообщаться и узнать, какие ваши любимые продукты от Фаберлик. Ну а с вами была Юля, до встречи в новых видео и всем пока!